Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас блиц-обзор акустической системы Edifier R2730DB. Это значит, что за пару минут я расскажу вам о возможностях и устройстве этой модели. В комплект поставки входят пассивная и активная колонки, беспроводной пульт DU, сигнальный кабель 3,5 мм мини-джек на 2 RCA, VRCA на 2 RCA, акустический кабель TouchLink и мануал пользователя. Общая мощность колонок 136 Вт, диапазон частот 45 Гц, 20 кГц. Можно подключить источники с обычным аналоговым сигналом по оптике и по коаксиальному интерфейсу. Кроме того, имеется Bluetooth и выход на сабвуфер, крайне редко встречающаяся штука, между прочим. Использованы динамики 6,5 дюймов, 4 дюйма и 3 четверти дюйма. То есть колонки трехполосные, построены по принципу активного усиления по полосам. То есть на каждый динамик работает отдельный усилитель. А на частотные полосы сигнал делит процессор на входе этих усилителей, в отличие от традиционной обычной схемотехники, где усилитель один и частоты на каждый динамик фильтруют некий пассивный фильтр, низкоэффективный, дорогой, поэтому на нем все экономят, и полосы частоты едва разделены. В общем, каждая колонка имеет по три специализированных динамика – басовик, среднечастотник и пищалку. Это, друзья мои, гарантирует максимально высокое разрешение, детальное звучание, которое возможно в данном бюджете, разумеется. А усилители – это усилители, цифровые, модные, оригинальные Texas Instruments, TAS5342A, аудиопроцессор TAS5508C, контроллер STM8B. Блок питания импульсный. И вообще, душа электронщика радуется, глядя на схему этих колонок. Нет, не добавить. Если такую колонку разобрать, можно убедиться в этом самому, но лучше вам этого не делать, я вам покажу. Вот пульт DU с его возможностями. Вот панель коммутации. Нажатием на регулятор громкости вы выбираете подключенный источник сигнала. А регуляторы высоких и низких частот имеют среднее фиксированное положение, чтобы можно было поставить их на нейтраль в любой момент. Измерив кривые импеданса динамиков этой акустической системы, я убедился, что нижняя заявленная частота будет нормально воспроизведена вполне. Настройка фазоинвертера на 50 Гц, кривые очиха, снятые в ближнем поле, показали высокую линейность. Если к этой модели подключить сабвуфер, он добавит звучанию басовую основу и сделает звук убойным. Вход для саба оснащен фильтром, который позволяет подключать к этой модели любой активный саб, даже без фильтра. Хотя, конечно, для согласования их работы лучше бы он был. Подойдет любой саб ватт от 50, лучше 100. Обилие интерфейсов подключения, современная электроника, выход на сабы, Bluetooth, а главное, высокое точное звучание – все это делает модель невероятно конкурентной и желанной любителями аудио. Полностью обзоры этой системы можно посмотреть на нашем канале. Ссылочки будут в описании. Счастливо вам, ребята, до следующих встреч, следующих обзоров.